состоялось заседание Центральной избирательной комиссии в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской республики. В повестку заседания включено назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской республики. Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что, согласно решению, на 7 февраля 2024 года будут назначены внеочередные выборы. Решение было вынесено на голосование. Решение вступает в силу со дня его опубликования. Отметим, 7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, Центральная избирательная комиссия должна обеспечить назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской республики.